Всем привет, дорогие друзья! И, конечно, сегодня мы будем бомбить транспортный хаб, потому что схемы себя сами не найдут. Так что обязательно прожимаем ваши лайки, залетаем в мой телеграм-канал. 30 числа у нас будет мега крутой розыгрыш. Вам нужно только подписаться в мой телеграм по ссылочке в описании. Заходите в телеграм, дискорд, ссылочки есть в описании. Итак, ребятки, давайте быстренько сейчас пролетим. Я взял с собой ВСС-ки, я взял с собой СВД-шки. Самые топовые, самые четкие, самые ровные оружия, которые, в принципе, разваливают всех и всех. Вот и все. Так, значит, до свидания. Все нормально, все хорошо. Вот, СВДшечка хорошо, ВССочка тоже неплохо. Вот, ну, СВДшка, я думаю, может босса погасить. Давайте попробуем босса погасить. Не знаю, у меня 4 СВДшки есть. Вот, можно будет попробовать. Хыч, хорошо. Так, насчет ящика вот этого. Есть что-то здесь? Ага, бомжатская штука такая интересная. Мы как будто бомжи, ребят. Не знаю почему, мне кажется, что я бомж. Бомж с СВД, может такое быть, нет? Бомж с СВД, блин. Ну вот, ну ладно. Короче, разберем данную локацию, почему бы нет. Батареечки, конечно, приветствуются. Кстати, болты заберу, не помню. У нас есть достаточно болтов уже или нет? Вот, и попробуем один прикольный прикол. Так, сколько? Тудух, что-то мичман отпадает. Даже не видел, куда он улетел. Ой, а где мичман? А где мичман? Ой, а нет, у мичмана. Ой, а где мичман? Ой, как же ж хорошо. Не, ну СВДшка то, кто, что, не говорите. А СВДшечка, это просто развал кабин таких, что просто мама вытри слезы. Просто мама вытри слезы. И все, ребят. Вот, чуваки просто улетают в такой Магадан, что им даже не снилось. Даже ВССка 150 сбивает этим чертам вонючим. Вот, сейчас мы уберем всех зомби. И будем бомбить наших пацанов, конечно же. Тарари, тарарай, блин, класс. Не, ну чтобы ВССка так лупила, СВДшка вернее. Вот это, конечно, было бы неплохо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть кто-то? Эй, Гарри. Пошел вон. 2 выстрела и до свидули. Давай уже, быстро. Так, кстати, тут ящик. Ух ты, шо. Тут, кстати, ящик сразу открывается, вы заметили, прикольно. Так, электроника здесь у нас. Вот такая вот штука. Антирадин какой-то. Ну, в принципе, будет место мы... А, есть место, еще одно. Вот, давай тогда СВДшечку сюда. Вот, сейчас будем с боссом, конечно, рубиться. Зарубимся по полной программе, как нужно. Вот, можно отхилиться, да. Ну, я, конечно, хилок набрал, как будто пошел на войну какую-то непонятную. Бункер Браво, бункер Альфа одновременно. Но ничего. Вот, значит, что мы делаем? Мы делаем, короче, один прикол. Если тут будет босс, будет прикол. Возможно, будет прикол, не знаю. Тут босс, хорошо, мы можем его забагать, ребят. Вот, наша задача попробовать его забагать. Не знаю, как это получится у нас. Но нам нужно как-то подойти вот так вот примерно. Вот, вот так вот. А ну-ка, стой, друг. Оп, а ну, попробуем. Забагали? Вот, если забагали, кстати, прикольная шляпа. Смотрите, я сейчас буду убивать копьем, потому что смысл мне тратить СВДшечки. Вот, как вы видите, друзья, вот такая вот штука. Вот, мы можем... Вот эти штуки улетают. Мне просто интересно, возможно ли реально убить копьем его или нет. Вот, а ну-ка. Ага, он прыгает. А как нанести урон по нем? А урон-то не наносится почему-то. А как его теперь убить? Ёлки-палки, все, забагал полностью, да, ребят? Ну все, габелла. Мы забагали данного демона. Как же его теперь рубить? Ха, интересно. Не берет, смотри. Не берет. А как же его теперь долбить? Че я получаю урон, а он не получает? Как это работает? Что за дичь? Вот скажите, пожалуйста. Дрончик может ему нанести урон? Блин. Давай отсюда, топай. Так, индюха. Дрончик, иди сюда, сможешь ему нанести? Ну, пожалуйста, нанеси урон. Не хочет, смотрите. Короче, или пофиксили эту тему, или не пофиксили. Раньше можно было копьем убить, вот это я точно знаю. Ну, пока так. Короче, дело к ночи, как говорится. Ничего не получает данный мясник, абсолютно никакой урон. Вот, ну, я не знаю, ребятки, что делать. Что мы ему можем сделать, я не знаю, абсолютно непонятно. Ну, больно бьет, зараза. Пошел вон, СВДшечка, это как дала, у него аж эти штучки полетели с головы.
Вот, что у нас тут получится? Ничего не получится. Мясник просто завис. Вот и все. Мне интересно, если перезайти локацию. Ну, мы можем перезайти, конечно, перезайдем. Вот, я думаю, мы можем пока почистить, а потом я чуть попозже перезайду. Но баг был, конечно, интересный. Интересный, можно вот так вот было его забагать. Любого, даже шахтера можно, неважно. Это мясник или шахтер, вообще неважно. Ну вот, ты вот так вот багаешь. И потом бьешь копьем, вот и все. Как бы прикольно же, прикольно. То есть экономно даже, так скажем. Так, у нас тут зомбаки есть, конечно, есть. Иди сюда, гребаный бегун. Вот как я люблю проходить какую-то локацию красиво, просто красиво, не напрягаясь, не думая ни за что, ни за оружие, ни за что абсолютно. Вот смотрите, дробовик на халяву надо. Вот, я думаю, что неплохо. Неплохо, да, здесь полутать ящики. Ну, потом, если что, заберем. Вот как используем данные оружки. Но наша задача, конечно же, это получить максимальный наш дрончик. Понял. Короче, ребят, мы ничего не можем сделать. Почему? Потому что босс. А когда босс, двери заперты. Значит, я делаю вот так вот перезаход и пробуем. Возвращаемся обратно к боссу и проверяем, завис он или не завис. Или где-то бегает уже отдельно. Но может быть. А если при... А, вот ты где, засранец вонючий. Так, ну что, ребят, мы его разбагали. Вот так вот получилось. По соточке примерно я могу ему снести. В принципе, 138 где-то рисуется. Вот. Но нужно быть аккуратным, потому что, ребятки, это босс опасный, он постоянно регенится. Трудновато, если честно, его сносить, трудновато. Но нужно быть более-менее нормальным пацаном, чтобы вот это все дело было четенько. Ах, 138, братишечка. Ой, Дина, мусорку поставим. Опа, 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 попарики. С тобой мы нати... А, кстати, дрончик закидывает ему такой урон красивый. Вот, чисто берешь дрончик, он наносит урон. Ты дополнительно тоже ему наносишь и еще закидываешь вот эту синюю штучку. И такая красота получается. Но он убегает. Падла, куда ушел? Стоямба! Стоямба, я тебе сказал! Стой, падла, стрелять буду! Стой, 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 стой! Хаяш! Хаяш, стоять! Во-во-во, погнала, 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 чума вонючая, иди сюда! Так, нам нужно СВДшечку поменять. Где он? Где он делся ты? Давай на корабль. Го-го. Да что за... Что это такое? Что это за обнимашки тут такие? Чё? Чё творите, демоны? Хо-хо-хо-хо-хорики. Так, тихо. Так, дрончик, помогай, братишка. Надо этого еще зомбака отбить. Давай, давай. Матрос, ты мешаешь. Ты мешаешь, черешня. А-а-а, что это тут такое делается? Дайте джазу. Дайте джазу. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Что тут происходит? Что? Я не понимаю. Желтым, синим, красным. Один хп остался. Один хп, дрон, хорош. Вот такая вот заруба, друзья. Ну, конечно... Не сильно так уж и весело, ну все же прикольно, прикольно, скажем, даже неплохо повеселились. Ну вот эти вот, так, слышишь ты, индюшка? Хорошо. Вот эти очень вообще так зависли, ребят, я в шоке реально. Посмотрите на них, как они висят в воздухе. Как это вообще возможно? Это вообще возможно? Они обнимаются со мной или как? Что это за обнимашки? А, смотрите, они в воздухе реально, они, я под ними бегаю. Смотрите, как руки подо мной, видите? И да, да, смотрите, они на голове у меня. Но это бывает такое, скорее всего, правильно? Вот, я думаю, что это очень-очень-очень весело. Давайте еще синеньким сюда закинем. Вот так вот где-то вот туда вкинем. Опа, дрончик, поддай жару. Уху! Вот такая вот синенькая подсветочка красивая. Так, ну что, друзья, я думаю, что дрончик оставим на наши потребы. Плюс хилочка. Убили мы его быстренько, все хорошо, все отлично. Дрона бы убрать. Вот, сейчас зайдем внутрь и будем разваливать. Ну, я затестил этого босса. Это мне давно, конечно, писали за этих боссов. Я, в принципе, не любитель поснимать какие-то баги. Но, в принципе, я попробовал. И все-таки, да, он встает. Но на данный момент, конечно, просто встает, ничего не делает.
Вот такая вот система. Так что пробуйте, не знаю, может кого-то что-то под ром получится. Вот, я не знаю. Ну, дело такое, конечно. Так, пошел вон. Вот так, молодец. Блин, охрененное оружие ВСС-ка, ребят. Охрененное, если честно. Ха! 116 урона. Нормально, нормально, СВД-шечка работает. Как я люблю СВД-шечку, ребят, вы даже не представляете. Это мое самое любимое оружие, скорее всего, на данный момент. Ого, как ты, падла, так попала на меня, вот скажи мне, пожалуйста. Ого, не, ну еще два раза так рыганешь, и можно идти на пенсию. Да пошел вон, до свидания, дядя Степа. Сколько хп-шек там, половину снесла, падла, половину снесла. Но нужно быть аккуратным. Так. Давай, о-о-о, бежит уже, бежит. А-а-а, смотри, что делает. Что, ты будешь рыгать, что ли? А? Будешь рыгать, нет? А сюда пойдешь? А ну-ка, иди сюда. Мы его максимально взад откинем. Вот так вот, чтобы когда мы зашли на его локацию, нам было более-менее удобно это сделать. Так, здесь что-то взять. Ну, берем то, что берем. И наверх. Наверху здесь тоже у нас есть пацаны, пассажиры серьезные такие. Хичарики. Получай, засранцы. Уху, вот это, конечно, канитель. Канитель еще та. Давай, ПВП 1-1. Приходи ко мне во двор. На, получай. Так, мы не сюда пришли. Нам нужно вообще в другую сторону. СВДшечка есть. Хорошо. Все, опускаемся вниз и разваливаем кислоту. Кислота. Вонючая ты кислота. Кислота. Идем наверх. Опустились и сразу выходим, потому что джаггер, шпагер, магер. Нужно их убивать. Нужно убивать джаггеров. Еще и кислотник тут. Ай-яй-яй, как не надо. Снайпер, уйди. Все, снайпер ушел. СВДшечку взял и пошел. Или ВСС-очку, или СВД-шечку. Неважно, ребят. Главное, чтобы у вас все было в кармане. Так, тут дополнительный такой интересный ящик. Да, можно залутать, посмотреть. Но мне кажется, здесь ничего такого мощного нету. Хотя, в принципе, неплохо. Для новичка, конечно, да. Можно было бы сюда что-то наварганить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как это я так посмотрел, что тут нету никого? Тут же есть еще один черт вонючий. Вот этот. А пошел вон. Все, черта нету. Вот, теперь можно смотреть. Я не знаю, зачем я столько набрал оружия с собой. Я думал, что я отправился убивать бункер Чарли. Вот. Но вроде нормально живем. Вот, кто-то спрашивал у меня, где взять стекло. Ну, в принципе, можно здесь найти, ребята. Кому интересно, вот тут можно найти. Так, тут, конечно, разбитый самолет. Интересно, что да, вертолет, это не самолет. Это вертуха, ребят, вертуха. Так, все, наверх, вниз. И, в принципе, можно сканировать ящик. Правильно? Забрали, погнали наверх. Тут еще один ящик есть, который можно залутать. В принципе, он неплохой, ребят. В принципе, да? Это хорошенький ящик, где мы с вами хорошенькие ресурсы можем такие забрать. Смотрите, я как сделаю. Я сделаю... Ага, подожди, мы можем это отправить, взять все. Что не берется. Хотя, в принципе, можно состакать. Ладно, давай я состакаю вот так вот. Состакаю, да, вот эти вот ресы. А там мы уже будем смотреть, что все отправляем в хранилище. Все ушло, потом заберем, оно не пропадет, все будет на месте. Все, ребят, я сканирую наш супер груз один, да, вот тут он висит. Берем дрончик, закидываем сюда. Я надеюсь, что мне хватит заряда. Заряд не используется, кстати, при сканере. Сканируют классно, прикольно, анимация. Груз отсканирован и спускаемся вниз. Здесь мы бежим на выход. Нам нужно пойти еще, конечно же, на вторую локацию, где мы будем тоже разваливать неплохо. Вот, первым делом. Вот, а там уже будем смотреть. Дрон нам больше ж не нужен, правильно? У нас осталось буквально два выстрела на дроне. Ну, я думаю, можно его поюзать немножко. Вот. Потом кинем на зарядку, оно все равно зарядится и все будет хорошо. Так, теперь нам осталось вылезть наверх. Поехали. Тут у нас тоже хорошие зомбаки, но я тут хочу СВДшечку. СВДшечка мой конек. Я люблю эту темку. Мне нравится. Бэбэх делать. Просто, ребят, просто. Чтобы вы понимали. Бэбэх. Бэбэх. Просто бэбэх. Вы понимаете, что это значит? Это просто бэбэх. Все, тут сделали ветер. Два вот этих вот генезиш оружия.
оружие. С карточек не берется, телефончик возьму, опускаемся вниз. Здесь, конечно, да. Тут у нас будет сейчас мега жестко, мега прикольно. Вот, ну я возьму вот такое оружие. Так, шестеренки, кто-то спрашивал, где взять. Краски возьму, да? Вот, значит, я возьму ВСС-ку, наверное. Сейчас будет жирный поц. Ага, не жирный, такой, конечно, обычный, стандартный, но мы снесем его за один раз. Все, до свидания. Сразу сканируем ящики, переключаемся на нашу пушечку. Напомню, что у меня нету уже у меня линзы сюда иди. Линзы, конечно, приветствуются. И черная краска, я бы взял. На что мы можем поменять черную краску? Ну, окей, ладно, мы сейчас используем, а там уже будем смотреть. Тарарай, тарарай, тар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 arar Ого, радиус, ничего себе, чуть меня не забомбили. Бомба, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо, живем, ребят. Как я люблю эти паразитов вонючих со щитами, ходят тут. Ёлки-палки, давай, умирай ты, гребаный штурмовик. Да умирай ты, гребучая ты, шваль вонючая. Зачем ты мне нужен здесь? Так, пока откроем ящик. Надеюсь, что откроем. Надеюсь. Хопа, открыли. Изи-изи. Так, ну здесь все добиваем. Бэм-бэм. Просто бэм-бэм. Все, ребят, здесь у нас все хорошо, все отлично, все симпатично. Я тоже эти ресы не буду здесь хранить. Ну, смысл я их буду тут хранить. Мы их отправляем по адресу. Правильно, все нужно. Можно вот это удалить, это нам не надо. Ну да, да. Вот такие вот риски нормальные. Но. Еще есть но, правильно? У нас есть еще один ящик. Один ящик, который мы должны, скажем так, разбомбить. Вот и все. Разбомбим и будем нормально себя чувствовать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо. Спокойной ночи. Так, все, отлично. Ну, тут лутаем, забираем и, конечно же, отправляем. Фильтры, болты, резинки. Все, этого будет достаточно. Здесь у нас что? Здесь у нас вот это. Сюда закидываем нашу схемку, которая у нас много раз уже была одинаковая. Но пока так. Так, что я хотел? Смотрите, что я хотел. Взять все хотел. А то, что не влезет, к примеру, отправить, да? Черную краску отправим, болты бы взять. Не, болты там точно не выпадают. Вот так, отправим пока что так. А там уже сейчас откроем ящик и посмотрим, что там выпало, что не выпало. Будем смотреть. Вот такие вот моментики, ребятки. Так, нам нужно подойти отсканировать груз. Груз. Надо будет, конечно, чаще ходить. Я вообще раз в год хожу, ребят. Чтобы вы понимали. Оу, что-то не то. Бу-бум. Бу-бум, бу-бум. Все, теперь молимся, чтобы выпала схема. Кстати, вы заметили, что тут белый ящик выпадает и красный? Ох, схема выпала. Понятно, ничего не выпало. Ничего не выпало. Окей, ну, что сказать? Что сказать? Сказать нечего, ребят, сказать нечего. Хотелось бы, конечно, чтобы выпало то, что хотелось. Но, к сожалению, это не так. Так, а мы можем как-то скинуть... А, сюда мы не можем скинуть. Мы можем только забрать оттуда и закинуть сюда. Ну, давай сделаем вот так вот. Переместим. Бэм, все улетело, все хорошо. Так, ну что, ребятки, сегодня мы побомбили неплохо. Я надеюсь, что ролик вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь в телегу. Заходите в Discord, ссылочки все в описании есть. Вот, вот такие вот пироги. И 30 числа у нас будет крутой розыгрыш. Вам спасибо за просмотр. Всем удачки, всем пока, ребята.